Всем привет! Мы находимся в Камбодже на территории храмового комплекса Ангкор-Ват. Это гигантский индуистский храмовый комплекс, посвященный богу Вишну. Он является одним из крупнейших из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Построен в первой половине XII века во время правления короля Сурьявармана II. Комплекс Ангкор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Итак, с вами была Лакшми Гол. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!